Чемпионат республики по вольной борьбе пройдет с 29 января по 1 февраля в Каспийске. Соревнования примет Дворец спорта имени Али Алиева. Награды разыграют в 10 весовых категориях. Лучшие борцы в каждом весе получат право выступить в дальнейшем на чемпионате СКФО. Напомню, что в прошлом году участниками чемпионата Дагестана стали более 200 спортсменов.